из этой темы всей большой осталось революция и контрреволюция в России. СССР. Сейчас я хотел бы подчеркнуть отличие в том, как проходит буржуазная революция и как проходит революция социалистическая. С чего начинается буржуазная революция? С того, что уже экономический базис становится буржуазным без всяких потрясений, без всяких политических потрясений. И потом, в соответствии с этим экономическим базисом приводится политическая настройка. Если она достаточно рано это делается, то вот получается довольно бурно, как было во Франции. А если уже запаздывает этот процесс, как в России, уже в начале 20 века Россия стала не просто буржуазной страной, и в ней уже монополистический капитал развивался. Поэтому уже она, так сказать, созрела и перезрела для буржуазной революции в этом смысле. Правда, иногда пишут, что вот Россия была отсталой страной, но она не такой отсталой, как нынешняя Россия была. Потому что на каком месте нынешняя Россия, посмотрите, на каком месте была царская Россия? Царская Россия на каком месте была? По объему производства? На пятом. Она отстала от четырех мировых держав. Отстала и Россия, отстала до четырех. То есть другое дело, что в ней отсталые были отношения. В этом смысле она отстала. То есть в экономическом отношении она уже была мощной довольно державой и уже был монополистическим государством. А в то же время, по части политической она отставала. И поэтому эта революция буржуазная прошла очень тихо, мирно и спокойно в целом. Собственно, и социалистическая тоже спокойно, потому что Россия здесь показала образцы. Когда советы были созданы впервые в мире и где? Это те органы, которые послужили теми органами, к которым перешла позднее власть. Когда были созданы советы впервые в мире и где? Пятом. Впервые в мире советы были созданы в Иваново-Вознесенске. И создание советов – это открытие русского рабочего класса. 1905 год. Что такое советы? Вот тут можно и понять, что это такое, когда вы берете самые истоки. Вот почему здесь очень важен исторический подход? Почему люди не могут разобраться в современных проблемах, если они просто смотрят название? Вот если смотреть по названиям, у нас сейчас, конечно, советское государство. Как называется Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации? Совет Федерации. То есть то, что там думано, решает, должно попасть в Совет. Совет, если утвердит, пойдет на подпись президенту. А если нет, то и нет. Так что у нас Совет Федерации. А еще у нас есть Государственный Совет. Есть? Есть. А еще что у нас есть? А у нас есть Совет Безопасности. Он примерно такую же роль выполняет, как Политбюро в советское время. Там собираются наиболее влиятельные представители наиболее влиятельных органов и решают ключевые вопросы. А потом проводят через всякие другие различные законодательные органы и так далее. Совет Безопасности есть у нас? Значит, власть у нас какая? Я вас поздравляю. Ну вот, а мы хотели бороться за что-то. Вот все хорошо. А ученый совет у нас есть? На историческом? А на философском? В институте философии тоже есть. А в университете есть у нас совет, ученый? Есть. Может, мы по конкурсу проходим сначала на совете института, а потом на совете университета. Да и вообще у нас вся страна – это страна советов. Все дают друг другу советы. Не столько делают, сколько советы дают. Сделать, так сказать, выполнить у нас не здорово получается, а советы дать, вам совет дать. Дышите глубже, не волнуйтесь, все будет хорошо. Подумаешь, экзамен. Вот, если мы испугали экзаменами. Во-первых, вы уже сдавали, во-вторых,
впереди еще много сдавать. Не надо нервничать. Вот совет. Вы мне можете совет дать. Сколько угодно, правда? Отпускайте нас пораньше. Сегодня же реализую. У нас... Просто раньше мне таких советов не давали. Сами виноваты. Ну, раз такое предложение поступило, совет, я же не могу оставить его не учесть. Если у нас страна советов. Да? Поэтому вот люди, которые сейчас рассуждают иногда о советах, они вот как дети маленькие. А почему как дети маленькие? Потому что тот, кто не знает своей истории, как известно, тот всю жизнь остается младенцем. Правильно? Как он может это понять, когда он вот сейчас берет и хватается за слова? За словари там филологические, что это значит совет? Ничего из словарей вычитать нельзя. На самом деле, забастовали крупнейшее предприятие Иваново-Вознесенска. И в отличие от всех других ситуаций, которые были в другое время и в других странах, представители вот этих забастовочных комитетов собрались вместе на реке Талки и образовали орган, состоящий из представителей, и решили, что будет не отдельно каждый со своим капиталистом договариваться там и требовать, а все со всеми, все представители всех забасткомов. Со всеми работодателями, со всеми капиталистами. И как, так сказать, не пытались их перетянуть, то что давайте вот вы со своими. Не-не-не-не-не, вот давайте мы выработаем общую позицию. Ну и такой орган, который мог остановить производство во всем городе, потому что это забастовочные комитеты. Он стал решать те вопросы, которые никакие другие органы не могли решить. И если нужно было губернатору что-то напечатать, то надо было куда обращаться? В Ивановский совет рабочих депутатов, чтобы он дал указание вот этой фабрике, которая тоже бастует, на время прекратить забастовку и напечатать какое-нибудь распоряжение губернатора. Если оно соответствует тому, за что выступает Иваново-Вознесенский совет. То есть... Совет по своему рождению и по своей природе – это орган, формируемый не по площадям и улицам, не по кантонам, как было во Франции, в Парижскую коммуну, не по коммунам, не по коммунальным, так сказать, каким-то отдельным единицам, а именно по производству, по фабрикам и заводам. И в программе РКПБ, потом Ленин записал, и съезд 8-й принял. Записано, что нужно запомнить, как характеристику вообще советской власти и советского государства. Что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не избирательный округ, а завод-фабрика. Причем самое-то интересное, что нет такого человека, который бы сказал, из идеологов, вождей, допустим, рабочего класса, я придумал советы. Или мы про него сказали, вот Ленин придумал советы. Нет. Советы придумал рабочий класс России. В 11 городах были советы в 2005 году, в 1905 году. Поэтому у нас таких парижских коммун было много. И они были более высокого уровня, потому что они коренились на заводах и фабриках, а не на просто вот каких-то отдельных, как бы сейчас сказали, спальных районах. То есть советы, как органы, которые пока сначала были органами самоуправления и самоорганизации рабочего класса, появились задолго до буржуазной политической революции. И вот, к несчастью нашей буржуазии, как только совершилась буржуазно-демократическая революция, свободы, сокращение рабочего дня до 8 часов, тут как грибы после хорошего дождя и солнечной погоды стали появляться вновь советы. Причем в организациях участвовали те, кто в 2005 году.
В 1905 году организовывался совет. В 1917 году снова появились советы. И в том числе в Петрограде снова появился совет. Я вот до прошлой недели не знал, что в 1905 году здесь тоже был совет рабочих депутатов. Но мне нужно было заехать в дом Плеханова на 4-ю Красноармейскую. Дом Плеханова – это подразделение нашей публичной библиотеки. И я смотрю, там вывеска, что здесь на заседании Петроградского, Петербургского тогда еще было, Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 году выступал Ленин. В 5-м году. Петербургского совета, а не Петроградского. Первый съезд советов состоялся, как вы думаете, где? В 17-м году. Первый съезд. В Петербурге. Нет. В Петрограде. А где? В каком месте? Да. Ну, мы рядышком находимся, рядышком. Близко. Кричо. Первый. Кадетскую линию знаете? А, в этом. Раньше как называлась кадетская линия? Кадетская линия, как называлась? Она раньше называлась Съездовская. А почему Съездовская? Съездовская, потому что там первый съезд советов проходил. Вот именно там. А вот помещение, вот если вы завернете, так по набережной идете, завернете направо, там вот несколько окон пройдете, и вот с правой стороны, в том здании, такое красно-белое, который принадлежит Академии тыла и транспорта, находится вот этот самый зал, в котором проходил первый съезд советов. Там же проходило и движение коммунистической инициативы, я там был в этом зале. И, так сказать, мы попросили, и нам руководство Академии тогда этот зал предоставило. Так что вот непосредственно рядом с нами проходил первый съезд советов. Кто его организовал, большевики или не большевики, или меньшевики? А? Да ладно, и... какие большевики? Ну какие большевики? Нет, я имею в виду там. Не надо приукрашивать деятельность большевиков. Нет, я имею в виду там. То вы не хотите праздновать буржуазную революцию, то начинаете приукрашивать деятельность большевиков. Не путайтесь в показаниях. Значит, пока еще не знаем. Потом я подойду, по окончанию лекции скажу, с моих слов записано верно, попрошу вас расписаться. Тогда вы узнаете, что это было. Это обычно это не всегда узнаешь, что это там происходит. Бывает только по итогу. Вас никогда не приглашали просто поговорить? Кто? Ну, есть такие люди. Приглашают просто поговорить, а потом поговорить, а потом с моих слов записано верно. Такое бывает. Что надо делать в такой ситуации? Неправильно. В такой ситуации надо написать. С моих слов записано неверно и дальше изложить, как было. Вы же не безграмотный крестьянин. Правильно? Не торопитесь подписывать. Подписью надо своей дорожить. А то можно с подписью куда-нибудь в места не столь отдаленные улететь, которые руководили некоторые товарищи, которые на браслеты. За счет браслетов получили 2 миллиарда рублей. Так. Так вот, съезд собрали меньшевики и эсеры. И вел его этот съезд меньшевик Церетели. Ленин на нем присутствовал в качестве вот, представителя большевиков. Ну где он сидел? Мы не в президиуме, а там на заднем скамейке. И когда там Церетели сказал, что нет такой партии, которая могла бы взять власть, вот Ленин там сказал, есть такая партия. Вот это вам уже известное высказывание, да? Вот это там было, вот здесь у нас, на кадетской линии, рядом с нами. Ну это он сказал, есть такая партия. А власть должна быть партии или советов? Советов, наверное, должна быть власть. Но. А власти там советов, вот Ленин даже и этим советом предлагал передать власть. Было такое? То есть он был не за то, чтобы, так сказать, передавать власть только тем советам, в которых будут большевики. А передать тем советам, которые есть. Мы с какой категории начинали свои лекции? Бытие. С
категория бытия. Вот те советы, которые есть, плохие советы, которые есть, лучше таких советов, которых нет. Вот даже плохая еда лучше, чем та, которой нет. Правильно? Вот это надо понимать. И Ленин последовательно выступал за передачу власти этим советам, но, надо сказать, его не особенно и поддерживали. И эти самые советы не выражали особенного желания, так сказать, брать власть. Наоборот, их постепенно буржуазное правительство временное пристегивало к своей колеснице, и это хороший был такой орган, который позволял, так сказать, народ направлял на участие в мировой бойне. Временное правительство снова ввело смертную казнь на фронте за отказ воевать. Так, и вроде как и советы к этому уже приобщило, которые были. Ну и большевики так временно сняли этот лозунг власти советом. Сняли. Хотя, а почему раньше за него выступали? Потому что советы, раз они от заводов и фабрик, то они могут преобразовываться снизу. Потому что вот этот завод послал другого депутата, и уже депутат другой, с другой позиции. А если это от территории, там это не пройдет. Там нет этого свойства. Вот все выборы в парламенты, которые имеют место по территории, они не обладают таким свойством, чтобы люди снизу могли отозвать депутата. В свое время депутат Шейн написал Матвиенко, когда она была еще руководителем социального блока правительства, насчет права отзыва. У нас есть право отзыва в России? Она написала ему ответ, что парламентская система не предусматривает отзыва депутатов. Не предусматривает. Что бы вы там ни творили, если вас избрали в депутаты, отозвать нас и теоретически невозможно, и практически невозможно. И теоретически не прописан отзыв. А практически тем более. А дальше как развивались события? Ну, вроде бы идет все пока буржуазное развитие, но идет империалистическая война. Россия втянута в эту самую войну. Позиция большевиков была какая? Переложить винтовку с правого плеча, где вы воюете, так сказать, своих братьев-пролетариев других стран с ними, на левое плечо и начать воевать со своей буржуазией. Поэтому не вопрос не стоял так, что, дескать, вот есть люди за мир, а есть люди за войну. И даже как-то пришлось Ленину говорить о потоках крови. Говорит, вот вы нас упрекаете, так сказать, что вот тут вот может быть кровь. Ну так там вот океаны крови в империалистической войне, а тут, конечно, кровь прольется, но не океаны и не реки. Потому что буржуазии мало, а сказать, убивать своих братьев по классу можно очень долго и в большом количестве. Поэтому позиция была большевиков. Не поражение России, как сейчас представляют ее безграмотные буржуазные историки, а поражение своего правительства в империалистической войне. Правительство. Чтобы это правительство ушло. Правительство потерпело поражение, а вовсе не России. Такого не было. И это очень легко можно проверить, взять и полистать. А? То есть для вас равнозначно правительство и Россия, да? Что такое Россия у нас маленькая? Или что такое Россия? Правительство тогда большое, если оно равнозначно с Россией. Не хотите ли вы сказать, что нам нужно 143 миллиона министров? Ну ничего себе, как у вас язык-то повернулся, молодой человек? Сказать, что правительство почти равнозначно с Россией. Ну что вы говорите-то? Такой умный человек, приятный, симпатичный. Почти не опоздал на лекцию, и вдруг такое стал говорить. Что вы говорите? Правительство, перепутать государство. Государство – это чиновники. Они стоят над народом, а вы чиновников с народом перепутали. Апологет вы этого самого. Апологет надстройки, которая стоит над народом, паразитический народ. Вы что? Ужас. Если бы вы не были студентом, я бы вас заклеймил.
Но поскольку вы студент, студенты – это люди, которые учатся. А которые учатся, они делают ошибки. Вот если я такие ошибки буду делать, меня надо гнать отсюда. Если вы делаете такие ошибки, я должен сказать, это неправильно, надо вот по-другому. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, мы договорились, что вы можете здесь на лекциях, так сказать, делать реплики, выступать, и это совершенно нормально. Но если вы на экзамене такой будете, я вам, конечно, положительную оценку не поставлю. Вот честное пионерское, вот те. Могу землю съесть. Если вы будете приравнивать правительство к России. Правительство меняется, Россия остается. О чем вы говорите? Правительство у нас было буржуазное, потом оно сменилось на советское. И какое бы оно распрекрасное ни было, советское правительство, все равно советское правительство – это не вся Россия. Ну как-то уж так. Ну, есть ошибки, но такие ошибки непростительные вообще для историка. Ну, вы же историк становления, для вас простительно. Так. Что произошло после этого? Произошло следующее, началась контрреволюция. Какая? Буржуазная. Или феодальная? Нет. Феодальная контрреволюция началась. То есть, кто стал наступать на временное правительство? Ну, монархия стала. А? Ну, кто, скажем, выступил с требованием сместить временное правительство? Корнилов. Вот, спасибо. Корниловский мятеж. Генерал Корнилов возглавил Корниловский мятеж, чтобы восстановить монархию. Какое буржуазное? Какое буржуазное? Царя-батюшку надо восстановить, чтобы порядок был. Ну, а он от имени царя-батюшки бы правил, как верховный правитель России. И что сделало временное правительство? Ну, надо спасаться было. Хоть вы его и отождествляете со всей Россией, но оно позвало большевиков, попросило их помочь защититься от Корнилова. Большевики взяли под охрану временное правительство, Зимний дворец. Вы в курсе дела? Причем те, кто взяли, были матросами с «Авроры». Поэтому им не надо было потом в октябре 17 года разыскивать, в какую дверь надо войти. Потому что они в этой двери стояли. И в этот момент спасителями от Корнилова выступили большевики. Большевики для того, чтобы спасти временное правительство от Корнилова, защитить завоевание буржуазной революции, создали Красную гвардию. А когда они создали Красную гвардию и защитили буржуазную революцию от Корнилова, они получили авторитет в народе. Народ стал переизбирать советы и в Москве, и в Петрограде, и в войсках Северного фронта большевики в советах получили большинство. Вот теперь я хочу обратить ваше внимание на очень любопытную работу, единственную в своем роде, которая посвящена именно нашей революции и посвящена вопросу о том, как это большевики, имея при выборах учредительное собрание, меньшинство, тем не менее сумели добиться в итоге большинства в России. Как это вообще произошло? И в этой работе, которая находится в 40-м томе полного собрания сочинений, и которая называется «Выборы, учредительное собрание, диктатуры пролетариата», рассказывается, что вот, хотя временное правительство уже долго существовало, оно так и не собрало учредительное собрание. Вот. И что мы участвовали в учредительном собрании, мы поддерживали созыв учредительного собрания. Но нам говорят, надо сначала выиграть на выборах, а потом тогда уже устанавливать свою власть. А мы говорим, что государство и правительство – это не некое, так сказать, нечто святое, а это орган, который надо использовать для привлечения на свою сторону большинства народа. Мы не сумасшедшие, мы прекрасно знаем, чтобы управлять Россией, надо на своей стороне иметь большинство народа. Поэтому мы, опираясь на то, что у нас в войсках Северного фронта, в Москве и в Петрограде имеется большинство, а в целом то меньшинство,
Опираясь на это, мы берем власть. С помощью этой власти даем землю крестьянам, фабрики рабочим. Так одеваем красноармейцев, освобождаем их от голода и устанавливаем рабочий контроль. И тем самым привлекаем на свою сторону большинство народа. А нам говорят, нет, вы при господстве буржуазных определителей воли, при том, что все газеты и бумага во власти капиталистов, вы сначала попробуйте выиграть на выборах. Мы не дурачки. Мы сначала возьмем власть, а потом привлечем с помощью власти, с помощью того самого правительства, которое вы отождествляете с Россией, привлечем на свою сторону большинство народа. Что и сделали большевики. И привлекли большинство народа. А для того, чтобы взять власть, все необходимое в руках у большевиков было в Петрограде. Что у вас в Петрограде было? Временное правительство попыталось вывести революционные войска из Петрограда. Петроградский комитет, Петроградский совет принял решение не выводить войска. Кто сильнее был, Временное правительство или Петроградский совет в этом вопросе? Петроградский совет, да и власти. Петроградский совет принял решение, все решения Временного правительства передавать сначала в Петроградский совет. Если Петроградский совет добро дает, тогда оно имеет законную силу. А если нет, то и нет. То есть по существу уже наступил период двоевластия, и силы уже временное правительство не имело. Да и некому было его тут защищать. Ну вы же представляете, войска, которые расквартированы в Петрограде, большевистские, а у временного правительства женский батальон и кадеты. Никто этих девушек и молодых людей не трогал пальцем. Никто их пальцем не трогал, потому что в этом не было никакой необходимости. Революция была абсолютно мирной. По крайней мере, более мирной, чем нынешняя ситуация дорожная у нас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, потому что говорят, что погибло 6 человек, но никак не могут сказать, кто и от чего. 6 человек. А у нас каждый день погибает гораздо больше от дорожно-транспортных происшествий. Поэтому это, так сказать, как бы ошибка исчислений. И списка этого я не видел. Может, кто-нибудь список обнародует, а кто погиб? Если нет списка, это, может, пропавшие без вести. Убежали, может, от страха куда? Тем более здесь был, в Зимнем дворце был госпиталь. Может, там кто-то в эти дни умер, когда было вооруженное восстание. А в чем состояло вооруженное восстание? Ну, взяли винтовки и пошли в Зимний дворец, и все. Хотел временное правительство развести мост опять свели. Закрыть типографию опять заработали. Хотели, так сказать, вывести Аврору, а Аврора, наоборот, так сказать, дала сигнал к восстанию. Где стояла Аврора, знаете? Где? А? Что-то вы за историки такие. Вы философы должны быть. Ну что? Ну где она стояла в 17-м году, я спрашиваю, что вы мне рассказываете, где она сейчас стояла? До ремонта она стояла. У нас что, ремонт это революция или контрреволюция? Ну что, при чем тут ремонт, Аврора? Где она стояла в 17-м году, я вас спрашиваю? Ну а мы о чем говорим сейчас? А? Что значит недалеко? Да, перед ним. Вот там. Со стороны, там, где Адмиралтейский завод. И там есть гранитный обелиск для историков написано. Если, говорит, историки это не знают, пусть подойдут и прочитают. И дойти туда можно спокойно, пешком так, раз? Ну вот видите, знает. Человек знает. Значит, вы знали, но сознательно, то есть умышленно обманывали нас. Вот точно вы путаетесь в показаниях, вот это уж точно. Точно. Нет, чтобы сказать, идите к Благовещенскому мосту, сходите с него и с правой стороны, да? Нет, вы как-то так все так стали заворачивать, так здорово. Ну, здорово. Так. То есть военная сила была вся на стороне. Сила была. Там какая сила? Это разве сила? И говорят, дровишки положили там.
Вроде бы как это, от чего-то защитит. Ну как они могут защитить? Мирная, короче говоря, была. Революция была политическая? Прошла? Прошла. В чем была особенность ее? К этому времени собрался второй Всероссийский съезд Совета. Он уже, конечно, не такой был, как первый, с большим влиянием большевиков. Но это влияние, как вы понимаете, в политике переменное. Вот представьте себе, Петроградский совет взял бы власть, ну, за 3 дня до созыва второго Всероссийского съезда Советов. Приехали бы люди с места и сказали, что какой-то комитет петроградский узурпировал власть, и надо отобрать эту власть у него, а этих всех разогнать и посадить. Или наоборот. Закончился второй Всероссийский съезд Советов. А тут Ленин с большевиками, раз, и взяли, так сказать, арестовали временное правительство. Значит, они выждали, когда уехал второй съезд Советов, и арестовали временное правительство. Так это кто такие? Это совершен переворот. Так надо его подавить, да? Поэтому, когда рассуждают на тему о том, что то было рано, потом было поздно, и как-то какие-то обрывки мыслей излагают. Так было рано, потому что раньше, чем второй съезд Советов, не надо было брать, а позже поздно было уже брать. Надо было взять и тут же на блюдечке с золотой каемочкой нести куда? В Смольный, где собрался второй Всероссийский съезд. Вот вам Петроградский совет только что взял горячую власть, берите. И вам остается только назначить правительство. Вот, пожалуйста, голосуйте. Есть и список хороших людей, образованные все. Можете голосовать за, можете не голосовать. Голосуйте. И в Смольном есть музей, туда водят экскурсии. В этот самый зал, где проходил второй съезд Советов, и где было утверждено советское правительство. Там иногда проходят конференции. В частности, была конференция, посвященная 80-летию советской власти. Вот наши, я там присутствовал, мы там выступали, наши товарищи. Тогда это был государственный праздник. Деньги выделило государство на эту конференцию. И в Смольне был, вот, помещение в Смольне было открыто. Второй раз я присутствовал, когда там была конференция, посвященная демократии. Выступал мой соавтор Гаврила Попов. Он же мне на докторскую положительную отзыв прислал. Правда, на 1 день позже защиты докторской. Но это уже мелочи. Так что мы там пополемизировали. То есть это вот зал, в котором такие интересные торжественные мероприятия проводятся. И могут проводиться. В принципе. Ну тогда это было вот, как вы понимаете, никакое правительство Смольный не представлял большевиком. Они просто заняли и все. Пришли люди с оружием, заняли помещение, говорят, немножко здесь побудем, может быть, навсегда. И вот произошла политическая революция. Значит ли это, что произошла социальная революция? Нет, не значит. Совершенно правильно здесь товарищи отмечали. Какая экономика у нас была? Вот установлена диктатура пролетариата, социалистическая власть, власть рабочего класса, все хорошо. А экономика какая была 7 декабря 17 года? Та же самая и была буржуазная, абсолютно правильно. Вот видите, как вот, вы четко, ясно и понятно говорите. Та же самая буржуазная экономика. Еще месяц прибавим, какая была экономика 7 января? Опять же буржуазная экономика. А экономика же она первичная, нет? Что? Ну как вообще, экономика должна сообразовываться с политикой или политика с экономикой должна сообразовываться? Как? Политика должна сообразовываться с экономикой, да? Ну так значит надо было это, значит надо было вернуть временное правительство буржуазное. Я правильно вас понял? Нет, неправильно? Что-то вы, это вы это называете, вы проявляете колебания. Вы должны сказать, что я колеблюсь вместе с линией партии, чтобы удержаться. К
Кому она должна? Кому она должна? Что значит политика должна? Политика кому-то... Политика ничего у экономики не брала, и поэтому она ничего и не должна. Все это политика должна преобразовывать экономику. Откуда вы взяли такое? Значит, вот я думаю, что это, вот эту дилемму, это противоречие мы не разрешим, если не примем во внимание, что тот класс, который взял власть, представляет собой экономическую величину. Класс – это понятие экономическое или политическое? Класс – понятие сугубо экономическое. На классы люди делятся по каким признакам? По уму, по идеям, по мыслям, по словам или даже по делам не делятся. Только по положению в производстве. Положение в производстве изменилось у рабочего класса? Нет. А после установления власти изменилось? Нет. А после вот прошли, а после как вот власть социалистическая стала, изменилась? Не особо. Положение изменилось, экономические интересы, вытекающие из его положения, вообще не изменились. Класс рабочий еще при буржуазном строе в июле 17-го года, или, скажем, в апреле 17-го года, или в марте после буржуазной революции, был заинтересован в создании общественной собственности и в полном уничтожении классов. Так? Построение коммунизма. Что-нибудь в этом смысле изменилось? Ну вот, значит, единственной постоянной величиной такой, политической величиной, и в то же время экономической величиной был класс, который взял власть. Поэтому вот эта решающая роль экономики – это вот положение рабочего класса в экономике. Вот оно и решало дело. А иначе это вот непонятно какое правительство, непонятно как сформированное, ничего бы не решило. А предстояло выдержать колоссальную борьбу. И вы знаете, что потом была гражданская война. И в гражданскую войну опять-таки решали не просто соображение силы или образования, а что решало? Экономические интересы. Экономические интересы. Большевики дали крестьянам землю. А Деникин, который шел на Москву, почти дошел. Отбирал эту землю, вешал крестьян. И что тогда сделали крестьяне? Крестьяне повернули за большевиков. Где они повернули? В обоих армиях. Потому что большинство Красной армии составляли рабочие или крестьяне? Крестьяне. Конечно, крестьяне. Но мало рабочих. Крестьян много. Крестьянская Россия. А большинство белой армии, белогвардейцы составляли или крестьяне? Крестьяне. Крестьяне. И вот эти крестьяне, когда они узнали, что... Лидеры белогвардейцев отнимают землю, вешают крестьян и насаждают помещичьи порядки, они повернули против белогвардейцев. И наступил перелом в гражданской войне. И быстро-быстро покатился Деникин на юг и на корабли, и до свидания в Европу. Все закончилось, гражданская война. То есть экономические интересы здесь себя проявили. И искусство у большевиков было не в том, чтобы ломить силы, а в том, чтобы проводить в жизнь экономические интересы громадного большинства трудящихся. Что они делали? Поэтому они и победили. Поэтому, когда нам рассказывают, вот такие большевики, вот они это узурпировали, направили Россию куда-нибудь. Ну, куда они могут направить? Какая-то кучка большевиков может только туда направить, куда направлены экономические интересы громадного большинства. Вот тогда это можно сделать. Не имея готового государственного аппарата, мощного. А какой был государственный аппарат? А государственный аппарат советский был, советы. А что давало силу советам? Ну, не только связь с производством, а еще и Красная гвардия. А потом и армия. То есть появился новый государственный аппарат. Вот Маркс и Энгельс много написали на тему о том, что это вот их открытие очень большое, что надо не просто взять... В ходе революции старый буржуазный государственный аппарат. Нужно сломать, разбить эту старую буржуазную машину, потому что ее нельзя просто пустить в ход для других противоположных целей. Она приспособлена для целей охраны, эксплуатации, угнетения народа. Поэтому ее никак нельзя пустить, просто взять и запустить в сторону рабочего класса. Но они сказали, что надо сломать и разгромить. А вот большевики показали...
так на философском уровне, что надо снятие сделать, отрицать с удержанием. Снятие. То есть советы потом привлекли на службу из государственного аппарата всех, кто мог вполне добросовестно служить советской власти. Причем по отношению к ним не действовал даже принцип Парижской коммуны. Какой был принцип Парижской коммуны? Платить чиновникам не больше, чем зарплата среднего рабочего. Это требование по отношению к нынешним чиновникам и даже к чиновникам в советское время, после Ленинской, это очень жесткое требование. Никто не хотел его соблюдать. Не хотел. Мне рассказывали, просто рассказывал гражданин, с которым я вместе жил на даче. Говорит, вот на железной дороге. Начальник железной дороги был член партии. Получал 1000 рублей зарплату. Партмаксом 500 рублей. Значит, 500 рублей в партийную кассу. На руки 500. Главный инженер 800 рублей зарплата, беспартийный. Домой несет 800 рублей. Ну и как в эту партию сильно обижали карьеристы? Такую партию карьеристы не нравится. Я такой эксперимент проводил в 1990 году, когда образовалась Компартия РСФСР. И избраны были уже члены ЦК, а еще не было ни политбюро, ни секретарей. Ну, так сказать, сидело собрание вот как вот здесь. Ну и поскольку я в этом, так сказать, процессе тоже участвовал, я предложил в порядке социологическом проголосовать, кто за то, чтобы соблюдать вот партмаксимум, чтобы у нас не было этой в новообразованной партии, так сказать, не возникла старая мерзость. Кто вот, давайте сказать, кто за то, чтобы установить партмаксимум для членов партии, которые будут на каких-то государственных постах? Меньшинство. Из чего вот можно было сделать вывод, что дальнейшее развитие контрреволюции пойдет и дальше. То есть, когда вроде отобранные люди, вновь избранные, и все равно они хотят не служить народу, а народ, чтобы был у них на посылках. Так и про Троцкого говорили, что он себя видел в революции. Или, скажем, Зиновьев выдвинул в свое время такой лозунг «Диктатура партии», который Сталин раскритиковал, потому что кто кому должен служить? Класс должен партии служить или партия классу? Партия классу. А диктатура партии Зиновьевская означала наоборот. Так вот, а Зиновьев подавал так. Ну вот Ленин же объяснял, как устроена система диктатуры патриата, что вот есть партия, она руководит, потом идут профсоюзы, потом, значит, другие органы. Ну, все вокруг, так сказать, все крутится от руки. Давайте прямо скажем честно, диктатура партии. Ну и вот тогда и вот Сталин раскусил Зиновьева и сказал, нет, тут весь вопрос в том, кто кому должен служить. Партия класс или класс партии. У меня был такой интересный случай тоже, 90-й год. Меня пригласили читать лекцию в Выборгской КГБ, Выборгское отделение КГБ. О ситуации. Ну какая была ситуация, сами понимаете, контрреволюционная уже. Ну, я рассказываю, что вот вы, дорогие товарищи, тут ловите тех, кто какую-то религиозную литературу переведет из-за границы. А тут Гаврила Попов, там и прочие, там Гайдар, через средства массовой информации с огромными тиражами выступает против Советского Союза, против советской власти, против федерализма и так далее. Они послушали грустно, спрашивают, а вот как вы относитесь к такому лозунгу, что КГБ – это острый меч партии? Я говорю, отрицательно. Они так как-то вздрогнули, не знают, как себя даже и вести. Так вроде серьезная же организация-то. Ну, я начал объяснять, потому что партии – это ведь организация не экономическая. Эта организация не связана, так сказать, с какими-то обязательно объективными условиями. Она должна выражать интересы класса, но может и не выражать. Должна классу служить, но может и не служить.
Там, поэтому германская социал-демократия, например, у колыбели которой стояли Маркс и Энгельс, в 2014 году превратилась в буржуазную партию. Нам тоже это надо иметь в виду. Поэтому партия может изменить классу. Класс сам себе изменить не может, потому что интересы класса объективны. Нужно выяснить его положение и узнать, что ему выгодно. Для этого и спрашивать не надо. Наоборот, партия вносит в класс сознание его интересов. Самостоятельно рабочий класс не может выработать пролетарскую идеологию, как писал Ленин. Что делать? Ну, этот ответ, в общем, удовлетворил. Так как надо говорить? Ну, надо говорить, что КГБ – это острый меч рабочего класса. Ну, так посмотрели, не хуже. Не хуже смотрится. Но принцип совсем другой. А иначе это будут охранные какие-то структуры партии. А это не должны быть охранные структуры партии, это должны быть органы государства, которые находятся на службе у господствующего рабочего класса. То есть вот все эти вопросы, которые мы вот сейчас с вами обсуждаем, вроде бы такие теоретические, они и на практике себя проявляли. А что за партия? А вот, скажем, ну вот стали бы вы сейчас говорить, что партия это общенародная, как Никита Сергеевич Хрущев заявил, что партия стала общенародной. Это, опять же, тот же самый жареный лед. Что такое партия по определению? Партия – это авангард класса. Какое собрание? Чего? Часть? Неправильно. Неправильно. Вот вы возьмете весь рабочий класс, возьмете его часть, и никогда партию не получите. Никогда. Потому что часть рабочего класса состоит из рабочих. Одни рабочие не могут создать партию рабочего класса. Потому что пролетарскую идеологию создает не рабочий класс, а ее создают ученые, стоящие на службе у рабочего класса. И вносят еще сознание этих интересов в сам рабочий класс. Поэтому, а вот авангард класса – это правильно, это не часть. Хотя филологически слово «пат» по-английски – это что? Часть. Так вот, мы с вами не филологи, а историки и философы. Готовьте, кто вам мешает готовить? Кто может вам запретить готовить? Любые, все у нас приветствуются в Писании. Пишите. Нет, вы пишите. Пишите. Да, теперь напечатайте. Потому что ни один журнал серьезный, рукописный сейчас не берет. На компьютере напечатайте, красиво, с полями. Вот, можете мне дать на то, что я посмотрел. Я вам ухожу на то, что я считаю, так сказать, как недостатки, чтобы вы могли их учесть и никуда дальше не тащить, чтобы, так сказать, потому что вы-то у меня студент, а если вы понесете куда-то, вас будут рассматривать не как студента, а как политика. Правильно? То есть вы какую-то понесли политику. А какую? Вы хоть подумайте, чтобы там было обосновано все, доказано и так далее. Ну, это серьезно надо к этому относиться. Так, продолжаем дальше. Ну, ну что-то напишите, дай будем смотреть. Как вы мечтаете посмотреть? Что, я выйду сейчас на улицу и буду смотреть, ничего не увижу. Это сущность уже. Это не видно непосредственному глазу. Вы ни на один завод не попадете. Надо изучать литературу. Правильно? То есть это серьезный вопрос. Давайте не будем отвлекаться от нашей главной темы, потому что мы сейчас рассматриваем революцию в России, то есть в нашей стране. Так? Значит, что дальше стало происходить? Когда произошла национализация? Это составная часть уже не политической революции, это переход к тому, чтобы и в другой сфере, в экономической сфере, начать изменения. А до этого что до национализации был? Рабочий контроль. Одним из первых декретов советской власти был декрет о рабочем контроле. Почему так важно иметь рабочий контроль? А потому что вот если я собственник, и мне не нравится эта вот ваша новая власть, что мне нужно сделать, чтобы ввиду грядущей национализации все мои средства производства вообще не работали у вас в руках. Я знаю, от какого станка и что надо отвернуть и выбросить в Неву или в фонтанку.
Вот чтобы это не произошло, буквально на следующий день нужно установить рабочий контроль. То есть, что такое рабочий контроль? Продолжайте работать, как работали. Вот сейчас некоторые беспокоятся, дескать, как это так на Украине? Они отправляют туда, значит, продукцию на Украину, в Новороссии, а налоги приходится платить, и из этих налогов идет финансирование этой самой контртеррористической операции. Это экономика. А вы можете другую экономику создать в раз? Не можете. Остановить вы можете? Ну что, будет разорение. С экономикой не шутят. С экономикой можно. Вы ввели рабочий контроль? Нет. Потом, а что будет? Есть у нас государство новороссийское, создалось? Пока еще нет. Кто будет национализировать-то? Поэтому не надо забегать вперед. Ничего вперед не сделаешь, если у вас нет соответствующих оснований. Вот сейчас это очень актуально. Вы хотите Советскую Конституцию? Ну, обсуждайте. Вот мы повесили проект Советской Конституции Новороссии. Можете открыть, посмотреть на сайте Фонда Рабочей Академии. Ну, так надо сначала обсудить, чтобы какая-то идея реализовалась. Когда идея владеет массами, она становится материальной силой. А если не владеет, то и не становится. Ну и что? Можете повесить что угодно, куда угодно. И из этого ничего не будет следовать. Или вы хотите насильно кому-то внедрить советы? Да? Насильно, что ли, их надо внедрять? Нет. Это дело народное или это дело отдельных лиц? Или у вас уже есть готовые там военные вооруженные силы, вы будете продвигать? Там вооруженные силы тоже, так сказать, такая, в состоянии становления во многом. Вот ее приводит в состояние настоящей армии. Хотя она сильнее, чем армия Украины. Национализация когда прошла у нас? В январе 2017 года. И что? От того, что я объявил, вот у вас был завод, а я теперь объявил его общественной собственностью. Что изменилось? А ничего и не изменилось. Название изменилось, описание изменилось. Ну вот я теперь могу назначить другого директора. Если есть такой человек, кого можно назначить. А если нет? Ну если нет, то вот я объявил, и этим все закончилось. Поэтому предприятия, объявленные государственной собственностью, продолжали действовать как и раньше действовать. То есть работали на рынок. Это вот мечта тех, которые сейчас хотят, чтобы на рынок, и рынок все решал. Вот она была реализована в 17 году большевиками после национализации. Все национализировано, а по плану по единому ничего никуда в общественных интересах не направляется. Почему? Потому что плана нет. Куда оно может направляться, если плана нету? В России сейчас план есть? Ну, точно как у большевиков в 17 году. По 17 году. Есть план? Хорошо. Программа есть развития России? Программа есть, нам просто... Покажи, где она есть, где есть, что говорите. Не надо раскрашивать, разукрашивать нашу действительность. Очернять не надо и разукрашивать не надо. Если есть программа, принесите сюда. В следующий раз я вам дам 10 тысяч рублей, если принесете программу развития России. Распечатайте. 10 тысяч рублей вам выдают сходу. Серьезно? А если не принесете, готовьте 10 тысяч рублей. Тогда это вам долго тут придется ходить собирать по всему факультету. Студентам не собрать за такую сумму. Вы подумайте, эти слова, так не надо их выбрасывать так. У нас много разных программ по разным отдельным сторонам нашей жизни. Поскольку они не собраны, поэтому деньги выделяются изолированно на каждую эту программку. А раз изолировано, значит, здесь можно распилить, здесь распилить, здесь распилить. Если была бы одна программа, вы подумайте только. Вот сейчас бы вот он утащил бы к себе одеяло, у вас бы ноги открылись. А если вы бы утащили, у него бы плечи открылись. То есть, если программа единая, то так разворовывать-то невозможно, как сейчас разворовывать. А что тут не разворовывать? Вам программа, вам программа, вам программа, вам программа, и вам миллиарды, 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 миллиарды. Так потом это бедная наша правоохранительная структура не набегается. Это Следственный комитет уже запыхался. Ловить этих самых взяточников, это же невозможно. Уже выступает председатель за то, чтобы смертная казнь была, чтобы конфисковывали все имущество. И его никто не поддерживает. Ну почему? Говорит, хорошо у нас. Хорошо. У кого, кому хорошо? Ну, тому хорошо, у кого миллиарды. А все ж плохого. Нету программы, к сожалению. Есть концепция социально-экономического развития.
которые Владимир Владимирович Путин в 2008 году утвердил своим распоряжением. Если вы грамотный человек, должны знать, что распоряжение председателя правительства – это такой шестого уровня документ. Потому что распоряжение правительства – это для правительства, для заседания. Постановление правительства – для всего народа, нормативный документ. Постановление правительства. А распоряжение председателя правительства – это для вот, членов правительства. А дальше идут указы президента, которые не законы, но указом президента она не оформлена, эта вот концепция. А дальше идут законы, которые, между прочим, принимает Дума, потом идут они в Совет Федерации, потом они подписываются президентом, потом после подписания президента публикуются, после этого становятся законами, а вот если они законы, то обязаны все их выполнять. А концепция, ну это ваши мысли. А у меня другие мысли. Может, у меня мысли как карманом мне набить, а вы со своей концепцией. При чем тут концепция? То есть это не документ, который представляет собой законную какую-то серьезную силу. И его никто не вспоминает. А почему? А потому что не выполняют. Вот здесь был у нас День петербургской философии. Степашин приезжал. Тогда он еще возглавлял счетную палату. А нашим деканом был Солонин, член Совета Федерации. Вот Степашин рассказывает, как они это контролируют, как вот это контролируют. Я поднимаю руку. Товарищ Солонин говорит, только, Михаил Ильич, только вот коротко. Хорошо. Я спрашиваю Степашина, ну вот вы тут и это контролируете, и это-то хорошо. А вот как контролируете вы выполнение программы, концепции социально-экономического развития, утвержденной распоряжением правительства Путина, выполняется? Он так сразу и заулыбался, говорит, она корректируется. То есть вообще как, это вот надо жизнь преобразовывать в соответствии с идеей, или идеи преобразовывать в соответствии с жизнью? Дескать, нас куда-то в обочину же. Сваливает, давайте так и запишем, что надо туда было и плыть. Да? Так будем корректировать? Все идет по плану. Все идет по плану, потому что план не догма. Да. Мы всегда, мы хозяева своего слова, можем его дать, а можем обратно и забрать. Вот такая картина получается с этим. Значит, таким образом, только по мере того, как стали образовываться планы, сначала был план ГЛРО, он, так сказать, условно директивный, в том смысле, что он как бы для страны директивный, а не для какого завода не директивный. Он не развернут в систему заданий предприятиям. Поэтому действительное планирование у нас впервые появилось, ну, где-то с 28-го года. В 28-м году появились годовые планы и первая пятилетка. И вот тогда, можно сказать, наконец появилась система планирования и планомерное направление работы, деятельности предприятия в общественных интересах. И тогда общественная собственность появилась не как юридическая фикция, а как экономическая реальность, как действительность. А до этого что было? Ну вот по мере того, как появлялся такой вот сектор планомерного развития в общественных интересах, это социалистический уклад или коммунистический уклад. А все остальные предприятия национализированные, это что? Это госкапитализм. Государство пролетарское, а ведется хозяйство по-прежнему с ориентацией на рынок, как капиталистическое. Госкапитализм. А еще есть частнохозяйственный капитализм, и он допущен в период НЭПа, правильно? Потому что кормить-то людей надо, пока вы там настроите свое плановое хозяйство. Все вымрут, пока вы там настроите, дорогие большевики. Давайте кормите людей. Разрешило государство до 3 наемных работников иметь. То есть разрешила вести частное хозяйство. Вот это мечта Дмитрия Анатольевича, чтобы был мелкий бизнес. Ну, три рабочих. Вот как раз мелкий бизнес. Трое наемных работников. Можно? Действуйте. Инициативно. И действовали инициативно. А еще у нас сектор мелкотоварный, то есть самозанятый, как сейчас говорят. Идите, так сказать, сами работайте своими средствами производства на свой страх и риск. Если вы разоритесь, вы и виноваты. Ларек ваш сгорел, не мы же его сожгли. Плохо охраняли. А к вам приходит, предлагает бензин и кирпич. Кирпич купить. Что вы сделаете? Купите кирпич за большие деньги, чтобы вас не сожгли.
Что, мы не знаем, как это делается? И, наконец, патриархальный уклад. И вот эти, пока вот не преобразовались все эти уклады, пока вот этот уклад не перестал быть укладом, а захватил все, причем экономическим путем, никаким не политическим. Политическим путем вот только коллективизация проходила, потому что надо было организовать, образование колхозов обеспечить. Сейчас я расскажу, как иногда обеспечивали, всяко бывало. У нас вот был у меня соавтор, декан экономического факультета нашего университета Николай Андреевич Моисеенко, командир полка «Катюш», сам он из Чернигова, из Черниговской области. У них, говорит, был председатель сельсовета в селе, участник гражданской войны, раненый, даже заикался. Вот он всех собрал, вот, примерно так, все сидят, вот как вы сейчас сидите. Председатель сельсовета выходит и говорит, кто за советы, тот за советскую власть. Кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против советской власти, подходите записываться в колхоз. Все записались. То есть экономически к этому, конечно, крестьяне были готовы, потому что уже появились снова кулаки, та же самая, так сказать, мерзость вся появилась, которая была до революции. Все то же самое. 6% кулаков, бедняки, батраки. Но это надо было организовать. А организовать это очень трудно. Это революция еще раз. Еще одна революция в деревне. Революция, потому что было мелкое частное товарное хозяйство, а теперь коллективное, крупное и вкупе с машино-тракторными станциями, которые принадлежали государству. Это была не коллективная форма частной собственности, а коллективная форма общественной собственности. Собственность в Советском Союзе стала одна, единственная в двух формах. Общественная собственность в двух формах. Государственной и кооперативно-колхозной. И без государственной собственности, без собственности государства рабочего класса, из кооперативной собственности вы никак не сделаете общественную собственность. Это будет много-много частных кооперативных предприятий, что показал опыт Югославии. Уберите, так сказать, государственную собственность, и не будет общественной формы общественной собственности. И кооперативную собственность использовали вот уже в 90-е, 80-е, 90-е годы для того, чтобы начать уничтожать социалистическую промышленность, потому что кооперативы сделают, дескать, это кооперативы. Но это кооперативная форма капиталистического производства, поскольку члены кооператива нанимают наемных работников. Вот эти члены кооператива – это акционеры. А наемные работники – это вот те самые батраки или пролетарии. Вот с этим у нас выходил Собчак, выступал. И все экономисты, которые слушали его тут, в университете, ВПК у нас был, так сказать, была телевизионная передача, которую я вот организовывал. Все как один сказали, что это идет, так сказать, движение к капитализму. Вовсе никакая это не кооперация социалистическая. Ну, как всегда бывает, когда изучаешь вопросы такие исторические, вопросы возникновения, вопросы революции, то тут же как бы всплывают и вопросы контрреволюции, потому что обратный ход мы тут же сразу видим. Правда? Я думаю, что мы в следующий раз с вами, ну, как бы довершим этот процесс завершения революции, да, почти мы уже его закончили, и, так сказать, рассмотрим вопрос о контрреволюции в России и в СССР, поскольку не очень-то его рассматривают. Это, как бы, я мог бы от него уклониться, сославшись, что мы философы, дескать, наше дело, так сказать, методологию вам дать, а вы как хотите разбирайтесь. Но, с другой стороны, это настолько сложный вопрос и пример применения диалектики, потому что если вы, так сказать, не можете ее применять, эту диалектику, или я, скажем, ее не могу применять, для решения каких-то исторических вопросов, тогда эта диалектика не метод. Потому что лопата, которой не копают, не лопата, а мебель. И стакан, из которого не пьют, говорил Гегель, это не стакан, а что? Это некий сосуд определенной геометрической формы. Но это не стакан. Поэтому, если применять диалектику как метод, так надо и демонстрировать, что ее можно применять. Это мы будем делать в следующий раз. А поскольку я дал торжественное обещание по просьбе трудящихся вас отпустить сегодня раньше, в порядке исключения,
Я отпускаю вас раньше.